Нет, так я ж тебе говорю, за 20, за 24... 24,65 я вчера на этом самом видел. На Героев Труда курс. Вон, 24,60 за лянь. 24,60. 24,40 покупка, 24,60 продажа. Евро 26,80, 27,15. И рубль 374,379. Это 21 сентября 2019 год, Харьков. Нормально. Вот и получается, что найнер, если 500 долларов, то это сколько? То это 12,5 тысяч гривен. Так, это... Господи, забыл, как церковь. Азерянская церковь. На Холодной горе. Оттуда видок, конечно, открывается шикарный, но